она сказала, вот весь ковер в нашем распоряжении заставила лежать. Мы лежали, мерзли. Чуть сосульки превратить. О странных методах воспитания своим родителям рассказали дети. Четверо ребят пожаловались, что воспитательница уложила их спать на холодный пол за то, что они шумели в тихий час. Окно было открыто, на улице -20, -15, было очень холодно. Своим 5-летним детям взрослые поверили и обратились в прокуратуру. Началась проверка. Однако свою вину воспитатель отрицает и утверждает, что ее оклеветали. Прокуратура города в адрес начальника управления дошкольного образования внесено представление об устранении и недопущении впредь подобных нарушений по дошкольному учреждению номер 23. И материалы проверки направлены органам внутренних дел для принятие процессуального решения. Между тем, дети не врут, подтвердила воспитатель из соседней группы. Именно она обнаружила ребят, лежащих на ледяном полу в трусиках и маечках. Воспитатель соседней группы мимо проходила, увидела их. Дети сильно замерзли, у некоторых даже губы синие были. Вот, она им сказала, окно закрыла, отправила их в спальню, и то они не хотели идти, они сказали, нас Надежда Викторовна ругать будет. Про воспитателя, который едва не заморозил детей, известно немного. Женщине 36 лет, и, по словам коллег, она всегда отличалась жестокостью. Проверку в саду после ЧП также проводят и чиновники управления дошкольного образования. На сегодняшний день заявление написано воспитателем, допустившего данную ситуацию. Но, проанализировав работу учреждения, мы пришли к выводу, что в целом это слабая работа и слабый контроль со стороны руководителя и со стороны старшего воспитателя. Поэтому эти сотрудники также написали заявление по собственному желанию. Сейчас в садике новый руководитель, а в группе новая воспитательница. Какое наказание понесет жестокий педагог, пока неизвестно. Юлия Шабанова, Регина Шигапова, Максим Галимзянов, Эфир 24.